В Тверской области, как и в большинстве регионов России, продолжается грибной сезон. В лесах пик сбора грибов. Жителям Конаковского района не советуют пробовать сырые грибы. Чтобы ими не отравиться, отделение Роспотребнадзора по Конаковскому району призывает соблюдать простые правила. Какие грибы полезны, а какие опасны в нашем сюжете. В этом году в Тверской области не зарегистрировано ни одного случая отравления грибами. Чтобы статистика оставалась положительной, специалисты регионального управления Роспотребнадзора обращают внимание граждан на меры профилактики. Из 3000 известных на сегодняшний день грибов только около 400 видов пригодны для употребления в пищу человеком. Остальные виды грибов несъедобные и могут вызвать отравление. Грибы являются труднопереваримым продуктом. В них много грибной клетчатки, хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительных соков. Поэтому блюда из грибов рекомендуется абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. Чтобы не отравиться грибами, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют следовать простым правилам. Специалисты не рекомендуют покупать уже собранные грибы и приготовленные грибные консервы у случайных лиц в местах несанкционированной торговли. Если вы покупаете их в магазине, обратите внимание на целостность упаковки и дату выработки продукции. Не следует покупать грибы, если на упаковке нет этикетки, отсутствует информация о товаре. Необходимо внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу. Правила грибника. Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, в ненаселенных пунктах, в экологически чистых районах. Собирайте грибы в плетеные корзины, так они дольше будут свежими. Собирайте только хорошо знакомые виды грибов. Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебирать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые, ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора. При этом каждый вид грибов готовится отдельно. Любые виды грибов нужно варить в хорошо подсоленной воде, которую после отваривания сливают. Необходимо также соблюдать и условия хранения, и правила приготовления грибов. Соблюдение вышеуказанных мер предосторожности позволит избежать неблагоприятных последствий для здоровья.